частая проблема у нас, вот в унитазе не останавливается вода. Постоянно бежит, хотя он полный, он переливается. Сейчас я покажу, что нужно. Вот у нас, видите, вода бежит, хотя он полный, переливается, поплавок не срабатывает до конца. Надо его чуть-чуть согнуть, и тогда он, видите, остановится у нас подача воды. Так бежит. Вот мы поплавок согнули, вода перестала бежать. Теперь все нормально у нас, все отлично. Всем пока, не забудьте подписаться, счастливо. С вами был Рустам.